Хоккейная «Лада» приступила к тренировкам. Первую провели открыто и пригласили журналистов. А сразу после спортсмены отправились на сборы в Латвию. Дарья Волгова провожала команду и узнала, чего ждать болельщикам в новом сезоне. Хоть это тренировка первая, но поблажек никому не дают. Самое время набирать форму после небольшого перерыва. В новом сезоне болельщики от игроков хоккейной «Лады» ждут многого. Доволен тренировочным процессом. Ребята пришли с хорошим настроением. Скажем, основная часть, в принципе, наша пришла в очень хорошей форме. Вот. Сейчас у нас идет программа подготовки. Ребята с ней справляются. Вот. Видно, что и настроение, и желание команды очень хорошее. Владимир Маленьких – один из самых опытных игроков команды в этом составе. В родную «Ладу» вернулся после магнитогорского «Металлурга». Первое, что оценил – новые условия. Хорошая арена, хорошая площадка. Все здорово. Мы работаем очень прилично, так сказать. Команда у нас хорошая, молодая. Я думаю, все хорошо будет. В новом сезоне обновленный состав не только игроков, но и помощников главного тренера. В 2015-16 годах с «Ладой» будет работать Артис Аблс. Долгое время он был главным тренером рижской команды «Динамо». Значит, у нас такого нет на данный момент, что вот это мое, и все, я за это как бы шаг. У нас все коллегиально. Мы с своими предложениями, я, Ильнур Альфредович, ну и непосредственно Сергей Александрович принимает решение, он главный. Уже 12 июля «Лада» отправляется на сборы в Латвию. Там она проведет товарищескую встречу на льду с местным «Динамо». Что же касается нового сезона КХЛ, команда обещает порадовать своих болельщиков интересными матчами и сильной игрой. Дарья Волгова, «Новости губернии», Тольятти.